Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Узбекистана были оформлены на разные имена, но в обоих была вклеена фотография пассажира. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые банкноты являются поддельными. Паспорта также направлены для проведения исследования. Установлено, что один из документов числится утраченным. Злоумышленник пояснил, что обнаруженные у него купюры он якобы получил от продажи своего мопеда, а в Сочи направлялся для приобретения нового транспортного средства. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.